Hey, yo, guys, с вами Шумик, и мы продолжаем пройти игру под названием Dark Souls 2. Мы слышим, кто-то поет, ну где и кто, зачем? Я так подумал, давайте, пока у меня есть души, мы быстренько с вами отправимся в маршрут, и я прокачаю себе еще немножко перегруженность, чтобы я мог более-менее себя ощущать комфортно. Камень черной ночи. Ту-ту-ту-ту-ту. Хотя можно тоже до 30 качнуть, да и все. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Можно болты купить, почему бы нет. Пускай будут. Ну, болты, они, типа, понимаете, сильнее тем, что быстрее атакуют. Ну да, в принципе, туда-сюда, через серии 12-20 мы игру закончим. И то не факт. Храм Аманы. Максимально херовые предчувствия у меня насчет этой локации. Потом заберу. У меня такое предчувствие, что ну не просто все так это сделано. Ну там проход, типа большая такая лока и вообще никаких врагов. Да, верю. Сразу же поверил. Давай, это мимик, да? Нет, они похожи... Блин, я не знаю, мимики... Так, трава... Не херовое предчувствие, потому что, ну, локация... Окей, даже если она большая... Она не должна быть настолько... открытая. Если локация открытая, значит, эти чудики что-то да умеют делать. Вот что там искрит? Но понимаю, что по воде я не очень активно бегаю. Окей, представим, что это маг. Если это маг, тогда я понял... В чем опасность всей этой локации?
Так, надеюсь. Тут дно видно. Огненная бабочка. Мерцающий титаник. А, вот видите, обвал. Все вниз. Падение. Ладно, по воде я хотя бы более-менее могу бегать. Хоть и радует это. Камень кровотечения. Так, человеческая фигурка, неплохо. Сраное болото. Мы знали, что ты приедешь. И перестали петь. Мы Мельфонита. Мы здесь для того, чтобы петь тем, кто скован смертью и тьмой. Мы идем петь здесь вечно, как пели с давних времен. Мы не знаем, что за мир там, снаружи. И зачем нам это знать? Мы никогда не уйдем. Ты ищешь короля Вентрика? Но что такое король? Мы не знаем, что это за мир там снаружи. Мы никогда не уйдем. Когда мы поем, малыши танцуют. Малыши спокойствуют те, кто окутан смертью и тьмой. Этому нас научили. Что-то случилось? Возможно, это поможет. Гладкий шелковистый камень. Это все, что мы можем сделать. Когда мы поем, малыши танцуют. Бла-бла-бла-бла. Так, окей. А ты можешь дальше продолжить петь? Потому что я этих не вижу. Алая вода. Подожди, а там тоже, да, такой же камешек был? Да, тут тоже такой же камешек был. Бьем! Попадание. Будем брать по одному. Бэм! Бэм! Слишком много этих плавунов. Ну слушайте, за две атаки они, в принципе, кровотечение могут наложить. Я вам скажу, не такое херовое они наложат кровотечение.
Надо их все сюда призвать, чтобы у меня потом тропинка была безопасная. Давай, 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 беги, беги. Я не понимаю, почему он рукой бьет еще. Хоп. 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 Так, ладно. Старый лучистый самоцвет. Еще какая-то херня. Бам. Бам. Так, по идее, это последний. Больше на воде не вижу. Воу! Живучий все-таки. Ой, слушайте, а там еще на воде до хера всего. Там вообще до хера всего еще на воде. Вот видите, типа они спят. И они типа мерцают. По мерцанию можно услышать, где они спят. Так, а сильно ты будешь в воду палить? Там другой вообще участок. Да ладно. Да ладно, они теперь и под землей находятся. Их там до хера. Ну, хотя бы за эти выстрелы мне хватает, чтобы его убить. Так, да, я все еще в человеческом облике. Знаете, мне этих камней уже. Тише, посатише. Помощника не хотите, да, мне дать? Ладно. А, даже так. Плохо. Как я понимаю, вот это вот где магия оказывается у нас.
Бля, я не вижу, где здесь упасть можно, а где нельзя. Ну, тут сохраниться можно. Человеческие фигурки можно здесь собирать. А, тут все, я понял. Да, сейчас начнется такая игра жесткая. Чтоб мне эти еще магички не убили. Ладно, там один рыцарь. Херово. Что тут такое стоит? Подожди. Не знаю что, но что-то плохое, да? Ну ладно. Иди в сраку, махичка. Во-первых, чё вас тут так до хера? Не колдуй в меня магию. Раку. Иди. Так, а смогу я? Смогу. Так, хорошо, давайте смотреть, что мы видим. Если осторожно все делать, то все будет нормально. Это даже магия не в меня была. Ну ладно. О боже. О, блин, а ну опять ты! Что у вас за тупорылая привычка? Это из-за того, что та баба, да, не поет? Что ты там прячешь? Там проход? Ну, я вижу тропинку к нему, окей, типа, пускай будет проходом. Ладно.
Да, вот эту локацию я точно изучать не буду, ходить. Желательно бы ее покинуть как можно скорее. Желательно как можно скорее. И чтобы мне втихаря никто в спину еще не насаживал. Окей, я добегу, я убиваю ее. Огр, надеюсь, на меня не накинется. Чтобы не рисковать, я лучше еще этого пристрелю. Если попаду, конечно же. Попал. Сейчас он должен подбежать ко мне. Мы его сейчас забайтим и убьем. После чего я сразу бегу к ведьме. И буду насаживать ей в спину. На удивление, я могу призвать помощника. Я его призову. Шмидден. Давай, приятель, пошли. Не нужна твоя сейчас будет помощь. Пожалуйста, главное, лишних врагов не надо нам с тобой. Ого. Да ладно. Серьезно, мне сейчас это все заново бегать? Окей, позорнуль. Я просто сейчас пробегу. Если что, я фантом только что убил красного. Я забыл, да. Забыл вам показать. Так, а тут еще, да, был проход какой-то? Я смотрю. А, это походу тот же как раз, что и с этим, да? Я, окей, тогда буду просто осторожно все действовать. Да и все. Не буду заморачиваться. Если они так хотят сражения, будет им сражением. Магичка не нападает.
Зато этих я буду сейчас призывать, пускай сами ко мне бегут и со мной сражаются. Ну давай, ты того... Готовься. Сука, он кровососа еще призвал сюда. Ты что, добить его не можешь? Так, мне интересно, вот тут кто стоит. Ладно, похуй. А это сейчас реально? Он был побежден. Прикольно, чел. Ладно. Я понял, мне нужно сейчас будет создать тропинку, по которой я смогу с ним пройти. Ладно, с этой стороны выйдем. Ты гонишь? Серьезно? За что мне это, долбоёб умер, а я виноват еще, я не смогу его призвать. Бегаем. Ладно. Сейчас умру и снова повторим. Why no? Почему бы и нет? Да, вот эта вода, то, что здесь дохера обрывов. Упасть как нехер. Давайте просто осторожно попытаюсь. Да ладно, мне еще и повезло. Прикиньте, мне еще и повезло. Так, чел, давай я, как не тот челик, просто осторожненько с тобой все это проделаем. Стрел у меня предостаточно. И зря ж я их закупал. Все, пошли. Чувствую, и мой приятель тоже скоро упадет вниз. Сюда иди. Нет, нет, не. Ну, теперь и он умрет. Сюда зайди. И тут стой. Понял?
Ну, иди ж в сраку, сука. Пойдем, чел. Теперь можем. А где босс? Так, держись, не раш никого, понял? Она сосичлен, короче. Все. Чел, пожалуйста, восстанавливайся хп. У меня таких способностей нету, чтобы тебе хп дать. Так, мы отсюда, да, пришли? Так, ладно, давай, наверное, подожгу ото костра. Пошли. Сейчас попытаемся дойти. До куда-то, блин, я не знаю. Нужно пройти, чертов, это болото. Сука тупая. Тупый NPC. Выходи, выходи, выходи вот так, правильно. Еще. Дальше, 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 дальше. Молодец, все, пошли. Умничка. Ты снова, да, за мной идешь? Можешь за мной не ходить, пожалуйста. Нет, нет, не иди на него. А, он мах. Не будь у меня в этот момент сейчас.
чего-то такого-то. Отдыхал бы, ну, типа, по хпшке. Отдыхал бы я сейчас дома. У костра. А я смотрю, я мог убить ее, но я с ней поговорил. Плохое предчувствие, ну ладно. О чем? Он вообще не сложный. Окей, главное споймать, как он будет атаковать. Чел, пожалуйста, хилься. Три удара. Нет? Давай. Раз. Два. Раз. Два. Три. Готово. Так, а что я там вообще получил? Зеркальный рыцарь. Душа демона песни. Душа демона песни из храма Амана. Когда-то этот демон пристрился к вкусу человеческой плоти. Его заключили в степах храма Амана. Но род жриц, следившийся за ним и держав его в юзе, прервался. Ясно. Ключ скованного. Ключ скованного. Без открывающей дверь к скованному. Он остро заточен, хоть и является ключом. Пронзить этим ключом скованного, чтобы положить конец его мучениям. Скованный, который когда-то был человеком, понял, что не сможет устоять перед соблазной плоти и навеки заковал себя в цепи. С тех пор он ждет дня, когда кто-то отыщет этот ключ и пронзит его мечом. Окей, я понял, куда мне его нужно будет использовать. Меч, я смотрю, меж. Так, парный клинок. Парный клинок из красного железа. Парный меч с тяжелыми лезвиями на концах. Им удобнее наносить удобрящие удары, чем рубящие. Чтобы справиться с этим оружием, нужна огромная сила. Парный меч...
поддерживает иноземное оружие с клинками на обоих концах. Посох Аманы. Таким посохом владели жрецы Аманы. Ритуальный посох не должен использоваться в бою, зато он усиливает действие волшебства и порчи. При помощи особых ритуалов и освящения удерживания демонов, не со временем традиции было нарушено, и чудовища вырвались на свободу. Она обрела многие значения и стала заманивать людей в свое логово при помощи песен. Эффект увеличит урон заклинаний, если использовать человеком. Ну, короче, не нежить, а человек. Щит с дремлющим драконом. Щит секреты архидракона из Лендальта. Выполнен в виде дремлющего дракона. Должен использоваться в тайных ритуалах. Разбудивший дракон, глупцы назвали его Гнев, что произвело к уничтожению целой страны. Выживание пытались заглянуть в свою вину и попытались передать свои знания обителям разоренных земель. Эффект восстанавливает стойкость. Перчатки архидракона. Перчатки секты архидракона или Линдектек. Нам немного известно о секте архидракона и ее ритуалах, потому что слишком любопытные исчезают бесследно. Секта архидраконов хранит историю Легдельта, начиная со дня его основания. История, которую лучше спрятать подальше от любопытных глаз. Сгустки души отвердывают и становятся мощными при выстреле, а не при цели. Кристаллы делают души и заключают более разрушительные. Ясно. Так, где мой сейф? Так, я пришел оттуда. Значит, мне сюда. Давай, чел. Откроем же врата эти. Где сейф? Мне нужно сохраниться. К71 душ у меня на руках. Плюс я еще могу души обычно использовать, типа. О, костер, найс. Склеп нежити. Ну что? Снова. Ха-ха, думаю, мы уже встречались. Юный Полы, победитель страха. Что заставляет тебя бороться с этими проклятиями? Жизнь бесценна, прекрасна, она очаровательна. Очаровывает нас, завораживает. Мы все когда-то стремимся, забывая, что мы всего лишь оболочка, плоть и разум. Один лишь света тела и надеются лишь на голову. Другие преследуют любовь, несмотря на ее неуловимость. Но что движет тобой? Некогда владыка света изгнал тьму и навсегда изменил жизнь людей. Люди стали бестворческими созданиями. Такова сущность нашего мира. Они
лишь актеры, играющие свои роли. И неважно, насколько хорошо они в них вышиваются. Ложь остается ложью. Юный Полы, зная это, неужели ты до сих пор желаешь покоя? Вентрик, почти ставший настоящим королем, находится здесь, недалеко. Что такое король? Ты не вырос в королевской семье, судьба не вручила тебе титул. Чего ищешь ты? Ответь хотя бы себе. Возможно, мы еще встретимся, юный Полый. Давай, вали. Ну что, давайте, я думаю, на с вами на этом закончим. В следующей серии я уже сразу слетаю, прокачаю себе кувырочки, либо что-то другое. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.